Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Сегодня у нас постоянное потение человека, но только ночью. Вот он обращает внимание, что вроде бы днем все нормально, все хорошо. Только наступает ночь, начинает потливость. Не очень большая, но неприятная. Человек просыпается мокрый. Ну и любого человека начинает что? Штормить. А что же это? А почему? Ну давайте с вами разберемся, что такое постоянное потение. Вот. И что у нас отвечает вообще-то за кожу. Это парасимпатическая нервная система. Там может пройти сбой. Какой сбой? Парасимпатическая нервная система отвечает за гомеостаз. Что такое гомеостаз? Саморегуляция, баланс организма. Так вот, вы знаете, иногда человек лезет туда, куда не надо, либо сует свой нос, простите, куда не надо. А болезни всего лишь надо, либо этой информации выйти из человека, выйти с организма. И скажите спасибо, что потовые железы открываются, их около 3 миллионов на теле нашем. И выходит вся эта информация. Хорошо ли это? Вы знаете, это хорошо. Это хорошо, почему? Потому что человек, что выходит эта информация, очищается весь организм. Почему? Потому что мы частенько в наших видео говорим, что? Что кожа – это что? Иммунитет. Если иммунитет выбрасывает эту информацию, это хорошо. Она не нужна. Поэтому не надо бить тревогу. Вот и все. Элементарно просто. Кто-то скажет, ну вот вы загнули, хорошо, идите к врачу, находите причину, без причины все, и начинайте есть свои таблетки. Еще больше давайте сбой парасимпатической нервной системе. Всего лишь навсего, что нужно наблюдать за болезнью, либо за всем происходящим в вашем организме. Если тревоги внутренней нету, сердце, интуиция должно подсказать. Поверьте. Если вы себя не умеете слушать, это уже не ко мне. Это к психологам, психотерапевтам. Вот. И тогда что? Вы наладите свой организм, если будете прислушиваться к себе. А если вы будете просто, беспричинно искать себе те или иные болезни, поверьте, эти болезни появятся. Потому не накручивайте. И точка 18 Гишу вам в помощь. Она что? Воздействует на парасимпатическую систему. То есть воздействует на гомеостаз человека. То есть что? Поможет вам, помогает нам, нашему организму, что? Балансировать, саморегулировать себя. Только нужно задать тонус данной точки. Если вы не знаете, как задать данный тонус точки, правая точка 18 тонизируется, левая седатируется. На следующий день в утреннее время. Все нужно сделать наоборот. Спасибо за внимание.